О главном за 60 секунд. В первый день всероссийских игр паралимпийцев уже установлено 3 мировых рекорда. И все по плаванию. Накануне соревнования стартовали в Подмосковье. Сегодня тюменский ОМОН отмечает 25 лет со дня образования. Отряд особого назначения считается одним из лучших подразделений полиции. В Юргинской средней школе открылся кружок робототехники. На него записались ученики 5 и 6 классов. В группе 15 человек. В областном центре открыли выставку «Земля моя, любовь моя», посвященную Тюменскому краю. Свои работы представили ученики художественной студии «Радуга». 42 лучшие работы фотовыставки «Сибирь.док» оценили жители села Амутинское. Там в местной школе открылась передвижная выставка. Сам конкурс завершился 1 июня. За время проведения организаторы отсмотрели около 1500 фотографий.